Графа против всех нужна и избирателям, и политикам, поскольку эта графа является катализатором степени недовольства в обществе. Во-первых, касательно самих выборов, то лично я предложил бы вообще позаимствовать опыт Австралии, где есть уголовная ответственность за неучастие в выборах. Там за это возбуждают уголовное дело и могут посадить человека в тюрьму, если он не пошел на выборы. То есть выборы должны быть не правом, а обязанностью людей. А вот эта графа против всех должна быть лакмусовой бумажкой, показывающей степень назревшего недовольства в обществе. Уж лучше она будет, чтобы было понятно, какая ситуация в стране, нежели ее прятать. Болезнь, когда прячешь, она долго там внутри тебя, пока не проявляет, развивается, дает метастазы, а потом на финише оказывается рак и смерть. Исходя из этого, эта графа обязательно нужна, и ее ни в коем случае нельзя отменять. Ее надо ввести.